В Омском областном суде судят секретаря Первомайского районного суда. 32-летняя Ольга Смоглюк обвиняется в жестоком убийстве. Вместе с подельником она лишила жизни троих мужчин. По данным следствия, компания праздновала в одной из комнат общежития. Произошла ссора. Ольга Смоглюк уверяет, трое мужчин напоили ее и изнасиловали, а после легли спать. Позже эксперты обнаружат на их телах 38 ножевых ранений. Девушка вместе со своим сообщником зарезали спящих, похитили все ценные вещи, с тел сняли даже золотые цепочки. Потом трупы облили ацетоном и подожгли квартиру. Преступников поймали спустя несколько часов, и после тщательной экспертизы выяснилось, версия с массовым изнасилованием не подтверждается. Ольга Смоглюк может пробыть в колонии как минимум 15 лет, а ее подельник и вовсе может провести там остаток жизни. Но родственники погибших молодых людей настаивают на более серьезном наказании для бывшей сотрудницы суда. В качестве отягчающих обстоятельств они указывают жестокость и состояние алкогольного опьянения.